Организация «Дети Ангелы Мурмана» – это одна большая семья маленьких мурманчан, которые отличаются от своих сверстников физическими возможностями здоровья. 5 лет «Дети Ангелы» стараются объединить северян, раскрыть творческий потенциал ребятишек и поддержать их родителей. Чтобы собрать всех вместе, организаторы устроили семейный праздник – День здоровья с эстафетами и конкурсами. Семья Романовых уже 6 лет счастливые родители. Маленькая Полина радует своим стремлением учиться и жить, как обычный здоровый ребенок. Рисует, играет, но спортивных соревнований она ждет больше всего. Михаил Романов, как глава семьи, на праздник приехал самый первый. Пока его жена Елена с другими организаторами заканчивала подготовку к соревнованиям, он с маленькой дочкой тренировался на месте проведения эстафет. Поэтому мы как бы заранее не готовились, у нас ничего такого, как бы никакого преимущества. Но я думаю, что мы и победим. 6 семей разделились на 2 команды, и на несколько часов родители забыли, что они взрослые. Вместе с детьми бегали от старта до финиша, прыгали через препятствия, а капитаны отжимались. Никто за это время и не вспомнил, что между участниками соревнований есть какая-то разница. Конкурсы всем давались легко и просто. Организаторам удалось добиться своей цели. Просто чтобы все увидели, что мы такие же семьи, у нас такие же интересы, у нас такие же радости и горести, и мы открыты к общению. Ирина Марочкина с семьей, 2 дочерями. Дочерями и дедушкой на праздник приехали просто весело провести время. Участие для них уже победа, ведь главное – поддержать своим присутствием и пообщаться с семьями, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и дать им понять, что все равны. А для участия в соревнованиях семья Марочкиных подготовила спортивный девиз. Всей семьей мы любим спорт, любим Мурманск, город, порт. Мы доверимся везде, не ждем победу без сомнения. На празднике присутствуют и сотрудницы скорой помощи. Как люди с медицинским образованием, они считают, что лекарство от любых недугов – семейная сплоченность и поддержка. Это семейный праздник, это объединяет. Ну, я думаю, что и детям весело, и родителям, все общаются. За 5 лет существования организации «Дети Ангелы Мурмана» было сделано многое. Налажено тесное сотрудничество с городскими властями, реализован не один масштабный проект. Это и благотворительный марафон «Добрые города» Мурманской области, и уже традиционная акция «Ангел рядом». Но останавливаться на достигнутом здесь никто не намерен. Я